Привет! И вот я опять в лесу. Опять мы в лесу. Вот мой мамонтенок, который всегда очень сильно кричит. И вот мы здесь. Что-то их тут нету. Вот я нашла уже грибов. Вот. Вот. Фу. Ну, как-то так. Как-то так. Вот, смотрите, какой красавец. Вот. Ой, перевернула я вас куда-то. Видите, какой? Вот первый гриб вот этот нашла. Во. Во. О, стоит. Стоит. Что это у нас стоит? Так, стоит такой вот это вот. Угадайте. Что это у нас стоит такое? Это белый стоит. Белый-белый гриб. Ой. Комары, комары. А это что это у нас? Это у нас что это? Это у нас черныш стоит. Черныш. Видите? Шубу потом сниму. Это черныш стоит. Красавец. Фу. Жутко, жутко душно. Дождя нет, но дело к дождю идет. Жутко душно. Фу. Пойдем, выйдем, мама, отсюда. Пошли, пошли, хватит, только не ори. Все, спокойно, тихо. Молча выходим. Какая разница? Мы все равно сейчас к первый лес пойдем. Какая разница, откуда выходить? Отсюда или не отсюда? Буду я сейчас возвращаться назад. Ты иди возвращайся. Вон белый стоит. Ой. 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 Подожди-ка. Ой, какие красивые стоят. Вот, смотрите, поеденный стоит. Опа! Взяли. Так. Так, комаро. Комаро. Это у нас... Это мухомор. Это у нас белый стоит. Ой, опа! Опа! Опа-на! Ой! Господи! Эти ветки ничего не дают делать. Вот эти дебри. Представляете? Ничего не дают. Ну, кислорода... Кислорода мало сегодня. Воздух такой спёртый. Дышать тяжело. Ой. Кислорода, бабоньки, мало. Умаялась. Уже умаялась. Верьте, нет. Уже. Как жить дальше, не знаю. Трава, видите, какая густая, высокая. Ой, вся я уже, короче, у меня ноги вон, вон, штаны все уже насквозь. О, мокрая трава. Вчера хорошо, что не пошла. Тут, если под дождем пойдешь, вся вымокнешь в нитку. Просто вся. Мамка бежит, как я не знаю. Не буду выражаться плохой, нехорошими словами. Кто у меня ругается? Ой. Она всегда бежит куда-то. Куда, не знаю. Короче, идем, ничего не найдем.
не с тобой разговариваю, с людьми. Тут в прошлый раз, когда ходили, людей не было. А сейчас уже идешь, есть, короче, срезанные грибы. Люди до сюда тоже добрались. Ой, меня качает рейнсторм. Короче, ветра нету, воздуха не хватает мне. Душно очень. Фу. Мама еще накуталась, ей хорошо. Как в бане, блин. Ну, я, как обычно, в одной футболке. Просто останавливаться нельзя. А то сожрут. Я даже сегодня не помазалась. Представляете? Еще пока. Но они так жужжат, короче, жужжат. Они хотят меня уже вцепиться уже в ухо, короче. Жужжат они возле уха. Хотят уже испить мою кровушку. Последнюю. Да. Они такие. Эти комары. Фу, жара. Жара, девочки. Что-то сегодня не очень-то. Ну, я не расстраиваюсь. Я сколько найду, столько найду. Их же надо еще и тащить потом. Потом обрабатывать. Главное, сам, знаете, сам процесс интересный. Поиски. Собирание грибов. Мне нравится. Ай. Ну и, соответственно, прогулка в лесу полезная. На свежем воздухе. Идешь, короче, знаете, потеешь. Соли выходят все с организма нехорошие, да? Потом. Это очень хорошо. Полезно. Дышишь свежим воздухом. Для легких хорошо. Вот. Самое главное лесной процесс. Остальное фигня все. Вон белый стоит, видите? Видите, белый стоит. Я вам сейчас покажу поближе. Вот он. Вот он, видите, стоит. Меня ждет. Вот он еще один стоит. Вон он еще один стоит. Видите? Это все меня ждут грибы. Видите, стоят они. Вот они стоят. Сейчас она придет. Вон еще один стоит. А, нет, тут поганка. Вот, еще стоит, видите? Но они уже такие поеденные, да, червями поеденные. Это уже плохой, наверное. Но я все равно его возьму. Не очень-то, просто слабоватенький. Вот. Они уже далеко не молодые. Грибочки. Они уже отходят. Ой. О! Сломалась? Сломалась? А вот так бежать. Вот так вот. Видите, что делается? Вот так вот. Видите, что делается у нас? Валимся, блядь. Плашмя. Это у нас такой, такая грибная охота. Мы можем тут сломаться, переломаться в лесу. Встал, как Ванька, встанька, матрешка. Ой, я с нее не могу. Обижала. Ой, у меня что-то даже сил нет уходить уже. Нашла, что нашла? А я мимо там прошла. Я тоже спешу. Мы все спешим за чудесами. Фу, пить хочу. Но нет чудесней ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего. Где крыша дома твоего. Хорошая песня. Ай. Антон, по-моему, поет, да, ее? Ой. Он стоит какой. Смотрите, шоколадка. Видите, какой шоколадка стоит? Вот как вот его не взять, да? Посмотрите. Они все с червями. Их все равно надо все обрабатывать. Видите, какой красавец стоял. Вон еще один стоит. Я шоколадка, теперь я мармеладка. Смотрите, какой стоит здесь. Его не увидишь, короче говоря. Вот тоже. Шоколадка, посмотрите. Видите, какой шоколадный стоит. Шоколадный заяц. Я истинный мерзавец. Я сладкий на все 100. О, о, о. Видите, как?
Вот так вот, девочки. Я шоколадный зайц. Я истинный мерзайц. Вот перерос. Смотрите, белый гриб. Смотрите, заплесневел. Фу. Да, вот так вот и живем, девочки, на грибах. Выживаем, короче, в нашей стране, богатой России. А как? А больше никак, девочки, не выживешь. Ой, блядь. Извиняюсь. Она специально вперед меня. Дай мне пройти вперед тебя. Я вот по этой дороге иду, вот по этой. Я иду по этому пути, мам. Не надо орать. Ты пришла, и вот она всегда так. Я иду, она мне раз срезает дорогу. Раз срезает дорогу, бля. Где я найду, у тебя сразу кипит сразу же. Ты иди по своей полосе, я иду по своей полосе. Зачем ты я переходишь? Я вот сюда не иду, вот, вот, в эту сторону. Ну, сюда и туда пойду так. Головая пизда, бля. Вот слышали, как она разговаривает? Вы слышали? Вот так вот. А вы говорите, как я разговариваю. Деловая писька, говорит, я. Вы слышали? Сколько в ней злости. А потом она говорит, что я злая. Вот так вот. Да, да. Ага, я злюсь. Я злюсь, то, что ты идешь вперед меня. Я перед тобой иду. Я иду твоей дорогой. Сюда сворачивала. Иди. Своей дорогой. Хватит орать уже. Что ты орешь? Я на YouTube записываю видео. Ты орешь и на цензурную бранью ругаешься. Это нормально, что ли? Чокнутая баба. И люди, не люди, и вообще, как хер на блюде. Бешеная. Вот здесь я чистила грибы в прошлый раз. Помните? Сидела, чистила. Вон они у меня. Мох этот грибной. Мы проходим опять это, ну, по этим же местам. Но уже, короче, столько грибов нет, сколько было. Ну, и нормально, что все равно он набрала. Он кто-то срезал и положил большой гриб. Срезанный он был недавно. Сегодня или вчера. Фу. Его никто маленьким не заметил. Фу. Прям жарко, честно. Не могу дышать. Ой. Вот стоит один. Вот такой грибочек, тут сыроежка, но я ее не беру. И вот смотрите, какой красавец стоит. Вот он. Вот он. Их мало уже таких грибов. Ой, вот еще один стоит. Что-то голова закружилась. Фу. Смотрите, какой. Опа. Вот смотрите, какой шоколадный солдатка стоит. Так. Корзинка, вот эту корзинку я не люблю, она потому что такая тяжелая, все эти грибов наберешь и тащить тяжело. Большая корзина. Фу. Поэтому хожу всегда с маленькой. Ну, в этот раз взяла большую. О, чтобы пакеты не таскать. Рука отвисает. Что-то ничего нету. Вон сколько лисичек, видите? Вон. А лисички надо собрать. Гляньте, какой молодечек стоит. Видали? Меня ждет. Вот. Видали, какой шоколадный? Вот стоит, смотрите. Тоже весь уже такой, смотрите. Бобок у него. У него бобока. Грязный, с улитками, блин. Во. Видите, какой? Во. Ну ничего, красавец. Красавец. Гляньте, какой черныш вырос. Но он уже все, уже сгнил, видите? И никто его не видел здесь. Переростки все уже заплесневели, уже попадали белые грибы. Их здесь никто не нашел. Никто их здесь не нашел почему-то.
Вот, видите, все уже, все. Они уже отходят. Там уже валяется. Они уже отходят. А все уже, сколько, недели, наверное, две идут грибы. Они нынче рано пошли. Они всегда где-то с числа 18-20 июля. Вот этот самый большой слой. Он уже валяется. Видите? Нынче пораньше. Вот так вот, люди добрые. Так и живем. И среди таких некрасивых грибов, посмотрите, какой я нашла красавец. Смотрите, гляньте. Это же вообще картинка, да? Они уже так, знаете, мало-мало-мало-мало. Ну, где-то начинает уже. Вот. Мам, я нашла молодого, ты нашла? Вот. Так, уж последние там остатки. Короче, что-то я устала. Ветра нет, воздуха нет, начался дождь. Грибов, ну, грибов, смотрите, сколько я набрала. Видите сами, сколько в прошлый раз было грибов, а сколько сейчас, да? Грибов, соответственно, становится меньше, потому что же все, они отходят. Вот. Ну, тоже хорошенькие набрала. Сейчас мы еще сходим еще один в один лес. Вас придется отключить, потому что начался, короче, дождик. Сейчас мы пока находимся под ветками. Я взяла себе компот, сварила из красной малины и с черной малиной. Короче, не могу напиться. Я без сахара варила. А, сахаром чуть-чуть, да. Он сладкий. Я еще взяла с собой воды. Просто воды. Вот, пить хочу. Ветра нет. Очень душно в лесу сегодня, честно. А для меня очень тяжело уже ходить. Вот. Если душно, не знаю, наверное, после еще болезни до конца не окрепло. Что еще хочу сказать? Посидеть решила, немножко подышать, немножко отдохнуть. Вся мокрая, надо сегодня вот это все в стирку кинуть. Не знаю, потом в следующий раз, на следующей неделе пойду в лес и не пойду. Пока ничего не могу сказать. Если не будет грибов, не вижу смысла ходить. Подосиновики должны пойти. Как подосиновики пойдут, наверное, пойдем в тот лес вам, туда съездим. В сторону Кушникова, да, в Нерядово? Ну да. Вот, потому что здесь у нас подосиновиков. Раньше там, вот в этом лесу, короче, раньше за полем, там очень много было подосиновиков. Тогда в поле, там далеко идти. Сейчас, короче, уже этого нету, понимаете? Сейчас я вас отключу, сейчас мы будем переходить в другой лес. Соответственно, я должна вас выключить, потому что у нас тут дождик. Мой телефон может намокнуть. Ставьте, пожалуйста, лайки, репостируйте мои видео. Вот. Приду домой, запишу видео, буду готовить сегодня плов. Даст Бог. Что еще хотела сказать? А так все нормально. Ну да, 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 лисички я не стала тоже собирать, потому что они очень грязные, естественно, там землю даже плохо отмывает, даже когда замочишь лисички, просто если грязные в воде, она не отмывается практически. Землей забивается, короче, грибы забиваются землей после дождя. И, короче, это вообще финиш. Понимаете, да? Ну, как-то так, я с вами не прощаюсь, мои хорошие. Хорошего вам дня, летной погоды. Всех люблю, обнимаю, целую, обожаю. Всем дай Бог здоровья. Берегите себя и своих близких. Пока-пока. Пошла. Она пошла. Сейчас еще, наверное, час где-то походим. И пойду я домой. Долго не буду сегодня ходить. Надо домой пойти, там, короче, надо плов сварить, сготовить, надо будет пол помыть, прибраться, надо там хоть немножко порядок, там надо еще погладить мне две рубашки моих. Ну вот, убрать эту сушилку там, доска эту гладильную уже сколько неделю стоит.
Периодически что-то я стала много гладить, блин. Раньше я вообще не гладила, представляете? Сейчас что-то я еще мне что-то машинка не нравится. Она стирала, должна говорить, дорогая машина, мы 2 года тому назад брали за 25 тысяч. Там, короче, ставишь, как типа, знаете, как надо этот. Ну, типа полуглаженная выходила. А сейчас теперь, блядь, она вообще, ну, короче, извиняюсь, это за выражение. Оно вообще мятое, ей приходится, короче, отглаживать. Вот такая система. Ну ладно, все мои хорошие, короче, всех люблю, обнимаю, целую, обожаю. Честное слово говорю, от души. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Бай-бай.